кулачок, давай. Давай. Мои 84 года с Инстаграмом жить интересно. Крыжовник вот растет, его нужно опрыскивать 2 недели раз обязательно. Баб, что в газете пишут? Первое это было селфи. То есть она сфотографировалась, выложила на моей странице. Проснулись утром, 1000 там комментариев, лайков. И люди попросили создать ей страницу отдельную. Вот. И после чего, даже уже через пару дней, бабушка стала популярной. Раньше приходила в молодости, да, на футбол посмотреть. А сейчас так прогуляться. В 20 лет пошла я в море. Я ходила буфетчицей, поваром работала. 16 лет отработала. В Италии была, в Японии много раз, лет 6 была, ходили туда. В Сингапуре была. Ну что еще, на судне там своя жизнь. А сейчас какие увлечения? Сейчас телевизор, ну что там я смотрю. «Игру престолов» смотрю. Помнишь слово «хейтеры»? Кто такие? Я уже сейчас и не выговорю это слово. Хейтеры. Хейтеры. Крейтеры. Хейтеры. Смогла бы я обрести друзей свои 84 года без интернета?